Он открылся сегодня докладом под названием «Новые реалии экономики. Инвестиции в реальный сектор». Уже первый докладчик призвал собравшихся не дожидаться денег, а действовать независимо от внешних условий, имеются в виду санкции. Речь пойдет на форуме и о финансовом прогнозировании в современных условиях, о налоговой политике, а также о финансовом контроле, как одном из составляющих финансового успеха компании. Я расскажу о том, каким образом сделать так, чтобы внутри компании сотрудники, скажем так, занимались эффективным управлением ресурсов. То есть, чтобы не было воровства, чтобы люди приносили в компанию, они наоборот уносили из нее. Непосредственно практический опыт – это опыт, который был наработан на заводах России, на крупных промышленных предприятиях, потому что нас нанимают как экспертов для того, чтобы мы занимались вопросами сохранности собственности, непосредственно имущества, собственности предприятия.